Да будет свет, сказали разработчики Sonos Faber и показали миру линейку Lumina. И действительно, серия колонок Lumina от итальянского производителя Sonos Faber стала лучом света среди всего ассортимента акустических систем этого бренда. Почему так произошло и что послужило для этого причинами, об этом сегодня и поговорим. Усаживайтесь поудобнее, в эфире AV Comfort. С брендом Sonos Faber без сомнения знаком каждый любитель качественного звука. А вот познакомиться с их колонками получается не у каждого меломана. Хорошо, когда у вас есть рядом магазин AV Comfort. У нас можно увидеть и послушать все. А если вы вдруг живете не рядом, вот для таких случаев мы и делаем наши обзоры. Lumina с латыни переводится как «свет». Это чтобы вы поняли, почему начало ролика было именно таким. Но помимо прямого перевода, идейные вдохновители Sonos Faber смогли найти еще одно применение этому слову. Они разложили его по слогам и говорят нам, что «лю» — это лакшери и роскошь. Думаю, что здесь ничего объяснять не нужно. Просто посмотрите на Sonos Faber Lumina 3. Да и на остальные колонки от этого бренда тоже можно посмотреть. Все они выглядят изысканно и дорого и могут похвастаться великолепным качеством отделки. У Lumina 3 внешние стенки кабинета полностью отделаны натуральной кожей, а передняя панель отделана шпоном. Все эти решения гармонируют и плавно переходят во второй слог. Ми означает минимализм и минималистический дизайн. И правда, в сочетании с роскошной отделкой итальянские разработчики используют тонкие минималистичные нюансы, которые и украшают, и освежают внешний вид в целом. Взгляните на эту тонкую хромированную окантовку динамиков, а заодно и на декоративные поперечные линии. Смотрятся эти детали очень интересно и необычно. Мастера дизайна, ну что тут еще скажешь? Ну и последний слог «на» означает натуральный звук. Но об этом мы поговорим чуть позже, а пока что давайте подробнее рассмотрим эту акустику с технической стороны. Акустические системы итальянского бренда Sonos Faber широко представлены и в магазине AV Comfort, и на нашем сайте по ссылке в описании. Вам остается только выбрать, какая именно акустика вам подойдет больше – полочная или напольная. Не можете выбрать? Звоните нам, мы вам всегда подскажем. Sonos Faber Lumina 3 – это трехполосные напольники от известного итальянского бренда по весьма доступной цене в 219 тысяч. Тем не менее, у итальянских инженеров все-таки получилось сохранить технологии и качество отделки, которые можно встретить даже у топовых моделей акустики Sonos Faber. Помимо этих напольников, в линейке Lumina есть вся акустика для того, чтобы собрать полноценный домашний кинотеатр. Так что, киноманы, вы тоже посмотрите это видео. Эти колонки умеют не только музыку играть. Про отделку я уже все сказал. Она выдержана в фирменном стиле Sonos Faber. Хоть нигде и не видно больших надписей или логотипов бренда, перепутать Lumina 3 с какими-то другими напольниками просто невозможно. Потому что тот самый фирменный дизайн говорит сам за себя. Кстати, есть еще три варианта расцветки лицевой панели. У нашей модели цвет венге, а остальных два – это орех и черный лак. По технической части инженеры поработали так же здорово, как и дизайнеры над экстерьером. Если говорить о твиттере, здесь используется купол из мягкого шелка с лаковой пропиткой диаметром 29 мм и фирменной технологией DAD. Вот эта металлическая арка, которая делит твиттер пополам по вертикали, она не только работает как защита купола, она еще и демпфирует его выше его точки. Эта технология дала возможность устранить все противофазные искажения и одновременно расширить горизонтальную дисперсию. Со средними частотами работает динамик диаметром 15 см, который мы уже видели в более дорогих колонках из линейки Sonetta. В Lumina он пришел без каких-либо изменений, даже пылезащитный колпачок с логотипом бренда остался на месте. Диффузор сделан из натуральных материалов, которые на ощупь и по структуре очень напоминают мне бумагу. Но это не удивительно, потому что большая часть вышеупомянутых натуральных материалов – это целлюлоза. А вот басовики разрабатывали уже специально для Lumina 3, и раньше их нигде не было видно.
Диффузоры для них сделаны из той же высокотехнологичной бумаги с тем же диаметром в 15 см. Клемм для подключения кабеля здесь две пары, находятся они на задней панели. А вот фазоинвертор у Lumina 3 прячется в нижней панели. Это позволяет вам более свободно располагать их в помещении, не беспокоясь о ранних переотражениях от стен. По техническим характеристикам все довольно приятно. Чувствительность 89 дБ при импедансе 4 Ом, частотный диапазон заявлен в рамках от 40 Гц до 24 кГц, что довольно просторно для акустики таких габаритов, а их высота почти 99 см, ширина почти 23 см, а глубина чуть меньше 28 см. Sonos Faber уже долгое время известны во всем мире как бренд акустических систем высокого класса, при производстве которых используются только премиальные материалы отделки и выверенные дизайнерские решения. Sonos Faber Lumina 3 имеет достаточно демократичный ценник и в то же время сохраняет все концепции бренда и в плане внешнего вида, и в плане звука. Оценить все это лично вы можете в салоне AV Comfort. Теперь разберемся со звуком. Удалось ли и здесь разработчикам сохранить фирменный почерк? Равняться им есть на кого. Если рассматривать более дорогой сегмент, там есть напольники из линейки Sonetta 3 с похожей конфигурацией драйверов и количеством полос. Более того, как я уже говорил, и твиттер, и среднечастотник у Lumina 3 построены на тех же технологиях, как и у Sonetta 3. И получилось так, что итальянские инженеры чего хотели, того и добились. Lumina 3 демонстрирует звук, который очень близко подобрался к старшей линейке. А разница в цене на минуточку больше 150 тысяч. Вот поэтому мне Lumina 3 и нравится. Играют они понятно и красиво, соблюдая все правила и приличия итальянского этикета, но и одновременно с тем в их звуке есть лоск и характер. Короче говоря, со звуком получилось примерно так же, как и с дизайном. Здесь есть нотки минимализма и точности, которые украшают музыку нюансировкой, а под этим украшением есть очень приятная подложка из обертонов и шикарной сцены, которую Sonos Faber Lumina 3 раскрывает перед слушателем в каждом треке. Очень удачная связка получилась с интегральным усилителем Unica 90 от компании Unison Research. Все-таки итальянские корни обоих компонентов дают о себе знать. И сетап вышел очень энергичный, бодрый и в то же время приятный. А как источник для этой связки я бы рекомендовал, например, Aurelic G1. Он уместно разбавляет напор итальянского темперамента. Хотя вы же понимаете, что это все вкусовое. А вот Lumina 3 это реально тот компонент, вокруг которого стоит выстраивать хай-фай систему. Они отзывчивы и прозрачны и к усилителям, и к источникам, и к проводам. Поэтому та система, о которой я говорил, это всего лишь одна из комбинаций звука в исполнении Sonos Faber Lumina 3, которую мы собрали и слушаем в нашем салоне. Но в любой комбинации в составе любой системы Sonos Faber остаются Sonos Faber'ами. Выражается это в том, что их мелодичный певучий характер отлично передает эмоциональную составляющую музыки, но и вместе с тем показывает неплохие скоростные характеристики. Например, те же Evanescence слушать очень интересно. Всем известный трек Bring Me To Life с самого начала просто завораживает вокалом, а потом бабах, получите панч и задор. Очень интересное сочетание получилось с изюминкой. Для джаза здесь тоже всего хватает. В этом жанре вам понравится не только хорошая разборчивость и объемная сцена, но и бас. Инженеры заявили 40 Гц, и я уверяю вас, они там есть. Если вы послушаете с Lumina 3 трек Курск, в исполнении Buddha Building вы поймете, о чем я. Эта композиция раскроется во всей красе. Глубокая басовая линия, правильный саксофон и огромное пространство сцены. Очень завораживает. И так с каждым жанром. В каждом треке находятся приятные моменты, которые Lumina подает изысканно и с характером. Я слушаю на этих напольниках абсолютно любую музыку, любые жанры, и мне очень нравится то, что я слышу. В целом же я бы отнес Sonos Faber Lumina 3 на категорию выше, чем это сделал сам производитель. Потому что итальянские инженеры тут реально постарались. Даже если вы не будете вникать в технические характеристики, а просто послушайте эти колонки, вам сразу станет ясно, что к чему. И при каждом прослушивании эта акустика не остается незамеченной. А позитивные отзывы наших клиентов полностью подтверждают мои слова. Lumina 3 станут отличным компаньоном и для вашей стереосистемы, и для вашего интерьера.
отделка кожи и отличный породистый итальянский звук. О чем еще можно мечтать?